Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Kia Rio 2013 года, Dory Style. Это автомобиль моего друга, поэтому отзыв будет предельно честным. Поехали! Как я уже сказал, это автомобиль моего друга, и все, что вы узнаете в этом видео, будет сказано с его слов. Начнем со стоимости данного автомобиля. Эти машины сейчас на вторичном рынке стоят от 400 до 650 тысяч рублей, то есть средний ценник примерно 500 тысяч. Наш автомобиль дилерский, он обслуживался с момента покупки только у официального дилера. Пробег на данный момент составляет 75 тысяч километров. В пользовании у моего друга автомобиль с апреля 2017 года. Сегодня 25 января 2019. И он проехал на нем около 30 тысяч километров. Что делал за это время, я расскажу вам чуть позже. Под капотом у нас установлен 4-цилиндровый, довольно-таки надежный цепной мотор, к которому в данный момент никаких вопросов нету. На этот автомобиль устанавливалось два типа моторов. 1.4 мощностью 107 лошадиных сил и, как на нашем экземпляре, 1.6 мощностью 123 лошадиные силы. Единственной особенностью данного мотора можно отметить то, что у него нету гидрокомпенсаторов и примерно раз в 100 тысяч, в зависимости от стиля езды, приходится регулировать клапана. Коробка у нас механическая, по ней также никаких нареканий нет. Вообще, на Dory Styling устанавливалось два типа коробок. Это 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат. А вот уже с рестайлинга устанавливалась 6-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат. Kia сделали прорыв вперед на тот момент и решили поставить сразу 6-ступку АКПП на данный класс автомобиля, что является несомненным плюсом. А сейчас давайте прокатимся и поговорим о ходовых качествах автомобиля. Вас приветствует видеорегистратор Mio. Первым делом при движении хотелось бы отметить автоматическое закрывание дверей, прям как на BMW. Приятная опция, пусть мелочь, но приятно.
Также, что могу сказать по управлению. Довольно-таки легкий руль, легкий, но предсказуемый. В повороты автомобиль заходит довольно-таки уверенно, не кренится. Также владелец хотел отметить, что на больших скоростях, примерно свыше 120 км в час, руль становится пустой и теряется его информативность, что очень важно. Что касается шумоизоляции автомобиля, я считаю, она соответствует классу и стоимости. Но хотелось бы отметить, что у нас зашумлен моторный отсек, зашумлены двери, также частично зашумлен багажник. Единственное, доставляет шум от арок. Если бы на заводе Kia уделили больше внимания аркам, то шумоизоляция была бы в целом на уровне. Подвеска здесь, со слов владельца, довольно-таки надежная, энергоемкая, неубиваемая. За 30 тысяч пробега он поменял здесь стойку стабилизатора, и все. Больше никаких проблем или каких-то болячек, косяков, ничего по машине не было. 30 тысяч километров, одна стойка стабилизатора. Я думаю, сами можете сделать вывод о надежности подвески. По подвеске. Спереди у нас здесь установлена Макферсон многорычажка, а сзади установлена классическая балка. Соответственно, никаких конструктивных особенностей, сложностей по подвеске в автомобиле нет. Что касается расхода бензина, он у нас составляет по трассе, если мы едем не спеша, например, 110-120 км в час, он у нас составляет примерно 6,5-7 литров на 100 км. Если же мы едем немножко поактивнее, например, 150-160, он может доходить до 7,5, максимум 8 литров. Это зимой, опять же. И такие же показатели у нас в городе. То есть в городе примерно 8 литров на 100 километров. Летом, естественно, расход будет немножко поменьше. Как я уже говорил, автомобиль довольно-таки неплохо держит повороты, но это у нас компенсируется жесткостью подвески. Она довольно-таки жесткая, но в то же время сбалансированная. Из приятных опций у нас здесь установлен мультируль с кнопками управления магнитолой. Также у нас имеется подогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне дворников. Очень удобная функция, особенно для нашей страны. Чтобы нам было тепло зимой, в автомобиле установлен подогрев передних сидений в двух режимах. Электрическая регулировка зеркал, все 4 электростеклоподъемника. В центральном колодце у нас расположен бортовой компьютер со стандартным набором динамических показателей. Очень выигрышно смотрится отделка пластика под кожу с прострочкой, но в целом пластик довольно-таки жестковат. За все время владения автомобиль ни разу не подвел владельца, в любой мороз заводится с полоборота. И в целом она оставляет пока только положительные отзывы. Гарантия на данный автомобиль 5 лет, либо 150, или сколько? Да? 150? Ну, тысяч пробега, да. 150 тысяч пробега, ну, гарантия? Да. Либо 5 лет. Ничего себе. Несмотря на то, что гарантия закончилась в сентябре 2018 года, владелец хочет продолжать обслуживание только у официального дилера, чтобы сохранить историю автомобиля предельно чистой, за что следующий владелец должен будет сказать ему огромное спасибо. Также у наших знакомых есть такой же автомобиль, на котором пробег сейчас составляет уже свыше 400 тысяч, по-моему, 420, если я не ошибаюсь. И кроме расходников, владелец не делал там ничего. То есть, насколько я помню, даже цепь не менялась. Понятно, что ему нужно быть предельно внимательным. Скоро, я думаю, цепь потребует своей замены, но сам факт. 400 тысяч и никаких нареканий. Это вам пару слов о надежности данного автомобиля. И также хотелось бы отметить, что это один из самых продаваемых автомобилей 2017-2018 года. Подводя итог, хотелось бы озвучить все за и против. К плюсам данного автомобиля мы можем отнести в первую очередь это надежность, дешевизну в обслуживании, ликвидность на вторичном рынке,
маленький расход топлива, неплохая и управляемая подвеска, довольно-таки ресурсный двигатель, соответственно, по коробкам тоже никаких вопросов не возникает, большой багажник 500 литров, плюс к этому у нас складываются задние спинки, соответственно, места получается еще больше, довольно-таки прочное и крепкое лакокрасочное покрытие, то есть по многим отзывам, ну, покрепче, чем на некоторых японцах. То есть никаких, например, сейчас у нас царапин там от веточек и от чего-то прочего на автомобиле нету. Сколы, само собой, но это уже от более жестких каких-то камней и тому подобное. И также хотелось бы добавить, что у автомобиля клиренс 160 мм, что довольно-таки неплохо для B-класса. Довольно-таки много, в общем, плюсов у автомобиля за эту цену. К минусам можно отнести это, ну, общую массу автомобиля, то, что бывает, вот ветром ее немножко сдувает. И также шумоизоляцию. Шумоизоляцию можно сделать, как бы это стоит сейчас недорого, соответственно, один минус меньше будет вашему автомобилю. Ну и в целом все, то есть каких-то болячек конкретных у машины нету. То есть, и, например, на что обращать внимание при покупке, ну, это просто банальные общие вещи, которые относятся к другим автомобилям. Там, на историю владения, на количество владельцев, на соответствие состояния пробегу, желательно, чтобы автомобиль вообще был на гарантии, тогда бед не будете никаких знать. А в целом именно каких-то изюминных и подводных камней по машине в принципе никаких нету. Можете смело брать, ездить, и я думаю, автомобиль прослужит вам долго верой и правдой.